Всем привет, друзья! С вами Фанатик, это игра New World. Я продолжаю рассказывать, как подзаработать золотишко на старте новых серверов. Собственно, сегодня будем фармить железную руду. Первые, наверное, дней 5 будет стоить она хороших денег. И нахожусь я сейчас в локации Everfall. Собственно, вот телепорт. И от него уже будем выдвигаться. Надо спуститься сначала с этой горы. Инструмент у меня получается старметалловый на 45 уровне. Даже сам инструмент на 34 уровне. Ну, низкий достаточно тир у него. 432 скорость работы. У некоторых стальных инструментов можно спокойно 350-370 скорость работы развить. Даже в принципе будут они крафтиться в самом начале, такие инструменты. И можно вполне себе с увеличенным сбором себе взять. Ну и найти перк, да. Вот тут сразу можно собирать электрические вот эти вот штуки по пути. Для этого понадобится 30 харвестинга. Электрикалмоты нужны для крафта бустеров, опять же. Соответственно, на них будут прокачивать инженерку. Ну и пользоваться бустеры обязательно будут. Они увеличивают, опять же, количество собираемых ресурсов любых на 5%. Первые. На 7, вторые, ну и так далее. Так, вот здесь вот у нас начинается железная руда. Юзаю еду для засекания времени и понеслась. Можно еще будет сыграть на гитарке на 75%, увеличить скорость сбора. Но я не буду этого делать. Если вы сыграете, как раз будет примерно скорость такая же, как вот у меня сейчас просто у старметаллового инструмента. С остальным на каком-нибудь там 23-м, 22-м уровне можно будет вполне себе бегать. Вот. Тоже все видите где? Вот на этой горе. Вот на этой горе. Ну, тут, правда, 20-е мобы. 21-й даже будут мешаться. Собирать руду. Ну, на 20-м уровне их убивать не составит никаких проблем. Не то чтобы прям сильные. Разобраться с ними достаточно легко. Да и в принципе, если уровень будет немножко пониже, просто их обижать и не собирать вот эти два куска железа. Оторваться. Куда, блин, упал? Серьезно, что я здесь разве пробежать не могу? Могу, нормально все. Ну и дальше здесь нужно залазить на гору. Таким вот образом. Там будет и серебро. Серебро не то, чтобы прям сильно будет цениться, но тем не менее, возможно, кто-то будет... О, тут даже, смотрите, все выкопали. Все выкопали, кто-то бегает, копает усердно. В ту сторону серебро, опять же, все выкопано. Ничего себе, вон там наверху опять железо. Так что стоит подняться и выкопать его. Также тут есть несколько кусочков старметалла, но старметалл это 100-й навык. До этого момента нужно еще докачать, собственно, майнинг. Оно серебро. Там снизу должно быть еще железо, опять же. Да, вон они, эти куски. Но сначала поднимусь наверх. Серьезно? У
Не так-то просто. Вот здесь еще три кусочка железяки можно подсобрать на самом верху. Или это не железяка? Похоже на железо. Железо, все нормально. Там дальше уже ничего нет. Сверху именно. Ну и после этого спускаюсь вот здесь. И выкапываю вот это железо. И там еще два куска. Уже возле крепости. Да, скелетоны там обитают. Но это нас не очень интересует. Поднимаемся назад. Поднимаемся назад. Вверх, вверх, еще раз вверх. Оп. Давай залази. Не хочет цепляться он, ты смотри на него. Оп. Ну и дальше уже вот в этом направлении держим путь. Тут начался респаун серебра. Ну для прокачки майнинга серебро лучше выкапывать. Чем быстрее докачаете до сотого навыка майнинга, тем лучше. Соответственно, чаще начнут прокать вот эти вот камушки, которые вставляются в шмотки. Поначалу эти камушки тоже будут хорошо так стоить. Ну, понятно, что не первого тира, но там какого-нибудь. Третий, четвертый уже вполне себе. Прокачал майнинга здесь. И видите, уже стар металл здесь. Надо сотый навык майнинга, чтобы выкапывать его. Три жилы. И дальше уже маршрут уходит в Banner Bluff. То есть просто по горам, по долам пробежались. Погнали дальше вот здесь вот. Над горой. Локация туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Неужели тут все выкопали? Похоже на то. Обидно, досадно. Ну, бывает. И по-любому будет. Майнеров здесь будет хватать. Ну, да, вон кто-то пробежался. Живо выкопанные уже. Нафиг крокодилов и пиратов. Переходим вот на эту сторону. Потом ближе к дороге. Либо можно вот сюда побежать. Тот и тот вариант вполне себе неплохой. Тут будет, собственно, опять моты воздуха. Эти вот кусты электрические. Их тут достаточно много. Соответственно, электрические, опять же, будут стоить неплохих денег. То стоит их собирать, но перед этим, конечно же, нужно прокачать 30 харвестинга. Плюс вот эти огненные грибы тоже собирайте на банке здоровья. Они капец как нужны будут.
Дальше он бегут, тут опять все выкопано, блин. Там еще есть внизу, конечно. Можно копнуть и тут. Кто-то бегает, выкапывает все. Хотя, блин, здесь руда стоит по 0,5. Серверу сколько? Ну, не 15, но тут трансфер открыт. Соответственно, 60-е персонажи прилетают, прокачанные. И бегают, потом это все дело выкапывают с топовыми инструментами. Там сейчас легендарные инструменты, скорость работы 900%. Выкапывать вообще изи. Можно все и все. Так. Блин, все повыкапывали. Вот черти просто. Просто черти. Да, вот уже 10 минут прошло. Я даже не добрался до той точки, до которой хотел добежать. Бегают, все сносят. Даже сейчас все вымайнивают, ну капец. И грибы вон собраны. Да, дела. Здесь тоже целая куча жил. Вот тут и штуки. Вот они. С той стороны тоже. Вот здесь вот тоже три жилы. Сейчас огрызки покажу. Находится это вот наверху, вот этой шахты, грубо говоря. Видите? Все выкопано. Все повыкапывали типочки. Типочки. Полики. А вот здесь наверху тоже. Видите? Ошметки. От железа. Собственно. Что получилось? Ну, 33 аэрмота. Аэрмоты тоже подергали все. 309 серебра и 417 всего лишь iron ore. То, что на горе собрал, плюс-минус то и осталось. А здесь тоже хороший маршрут, но все его знают. И, соответственно, именно в Маннербаффе можно по-другому построить. Но тут, видите, все выкапывают. Прямо все выкапывают. Ничего не оставляют. Вот такие вот дела. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.